Аллах вселил страх. Почему Аллах даровал победу? Потому что они не жаловались на жизнь. Потому что они стремились поднять религию Аллаха. Потому что они слушали пророка, алейхиссалату вассалям. Потому что они терпеливо проходили все жизненные Аллахом Субхана ва Тааля, которые поставлены испытания. Не жаловались на жизнь. Поэтому Аллах даровал им эту победу. Это было месяц Мухаррам. Несчастные внука пророка, алейхиссалату вассалям. Райхан Джанна. Это было месяц Мухаррам. Десятый день месяц Мухаррам, Йом Ашура. Освещаться нуром. Пророк, алейхиссалату вассалям, ни к чему не побуждал нас, как требованиям знаний, как познание своей религии. Поэтому, братья, объявляю вам, что в этом мечети, альхамдулилля, начиная с понедельника, заканчивая до воскресенья, в том числе и воскресенье тоже, нету ни одного дня или ни одного момента, который бы не было бы уроки. Тот, кто стремится воспитывать своих детей, познание Корана, познание религии, любви к Корану, любви к домам Аллаха, пускай отправляет своих детей. Не ограничивается этими тремя месяцами летних курсов. Отправляет своих детей учиться Корану. Будет Коран и днем, и ночью. Иншаллах, во дверях будет висеть завтрашнего дня расписание уроков. Какие дни, после какого намаза, какой урок будет. Арабский язык, Коран, хадисы, фикхи. Все это будет в нашем мечети, иншаллах. Аллахумма фир лил муъминина валь муъминат, валь муслимина валь муслимат, аль ахья'а минхум валь амват. إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وانصرنا وانصر المسلمين على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.